Снова здорово. Итак, мы продолжаем играть в братков. Легенды, все такое. Разбросался. 15 тысяч за ведьм. Нам предлагают. Платочек жесткий. Он, конечно, 81. По нему не так просто будет. В отличие от вот этого типа. Его точно с собой заберут. Так. Ну, а что я могу дать ему? Жал. Никаких запасных мечей у меня нету. Не знаю, не знаю, это все ребячество. Давай просто так попробуем. Ага, здесь, кстати. Нам гвардеец не нужен. Ну как-то так, наверное. Руны мы должны будем купить. Экса и Плитора. Легчайше. А, 35 тогда. Ну да. Черт. Я так готовился, там всего одна ведьма. Причем простая. Ее, конечно, тоже надо спилить, но... Все-таки не какой-то там... Убер... Убер-вражина. Так что пойдет, я думаю. На кулак намотаем. Вы понимаете, о чем я.
86. Уизи. Самые слабые наролились, конечно. Дэм. Давай, так и дам что-то. Какие-то промахи меня не устраивают. Для кого это волнует, что меня это не устраивает, да? Согласен. Развал кабинета. Я так медленно ударил, как будто бы комп просчитал и мне и себе подкрутил. Красиво, красиво. Медленный удар какой-то был реально. Real shit. Но паутинка будет зато на нужды наши, да? Вообще красиво. Удачно, удачно. Я же не пошел бы сам на 70 пауков плюс душиться. Тут увидим пауки. Вот тебе лайтовый фарм паутины. Семь с девять, проклятые шансы. В логе даже не отобразило, что я метнул. Красиво. Да, быть машиной нелегко.
4, да, видимо, всего. Пять. Га себе. Это 4 черепа, а сколько там должно быть, вообще непонятно. Одно яйцо уже кончилось. Подойду, и второй кончится. Классика. С него ни хрена не падает. Вообще падает паутина. Есть немножко. А, промахнуться по паутине. По яйцам. Интересно, интересно. Также можно еще издеваться над жадным, жадным, жалким стримером. В этой божественной игре. Блин. Ладно, дело сделано. Нет, не хватило еще на одну. К сожалению. Только всего одну могу, не две скрафтить теперь. Я думал, сейчас на второй тоже 6 наберется. То есть 7 надо было все выбить. И все было бы в ажуре. Но, конечно, не все так просто, друзья мои. Не все так просто. Рахид Дамир взял левель. Сейчас мы научим его драться. Вообще, где второй горняк? Вот здесь, да? Я когда возьму восьмую, я им дам оружие другое, чтобы он мог разваливать. А, вот он, я думаю, где она? Все вроде нормально. Я ему еще не собрал даже, да, нормальную тему эту. На тебе накидку, Джон Сноу. Король Севера. Бедная танцовщица. Ногу бы тебе починить. Другому бы починить. Да всем бы ноги починить. Кривые их. На 109 атаки. Минус 30 инициативы.
Просто убита. А жаль. Ни дэмэджа дополнительного, ни попадания, да? С другой стороны, это можно пережить. Даже в таком состоянии он все еще хорош, я считаю. Можно потратить, например, на нее бутылку. Блин, я... во мне теплится надежда, что ее чувак сделает с дебафом на 10% и без дополнительного поинта растраты. Надежды, конечно, такие жидкие. А здесь что у тебя было, братик? Молот. Почти. На 15-м получит, да? Гляди, какие у нас вообще? Та-та-та-та-та. Меньше. Ага, понятно. В любом случае, Гроттенхевен ждет. Еще одна швея. Блин, камни сейчас будут стоить миллион. 800, ладно, пойдет. Все ради рун. Всего лишь 5 дней. Ой, как. Уже надо самому охотиться. Пойдет. Я вижу какой-то еще квест на 4 черепа. Что это принесет нам? Ретурн. О, это я тоже беру. Прикольно, фоллоу треки. Может, там будет кто-то интересный? Может быть. Гвардейца сюда. Там нигде дальше нету, да, этих? Блин, а где они? А в нижней части вообще, то есть только здесь, да, насколько? Не, не здесь. Здесь вот. Мист. Офигеть, далеко. Видимо, придется самому опять долго-долго пилить все это. Правильно, накидка-то? Quest Resolve. Да, вот она. То, что из красного дерьмо получается. Такой бред, из красного такое дерьмище. За что? Это розрабы. Дурака валяют. Крафтинг, крафтинг, крафтинг. И это 65 часов.
Допустим. Максим демаш. Нет. Пидинг. 2,6%. Блин, но только не 2, пожалуйста, не 3. Хоть от 4 до 6 дай. Мелия скилл, рейндж скилл. Храбрость тоже. Нашли мы, пора вешать. Друзья мои. Полутраки, где они? Норсист, понял. Иду по следу. Ничего интересного. Совершенно. Блуд, ковенант. Некий идет. Рейдер, так, не вкачался. Тебя не надо никуда брать с собой. У господина. Изобретатель сидит, отдыхает. Танцовщица тоже. И мастер Арчер. Просто думаю, может кого-то еще сбросить. Передний ряд я не сбрасываю. А, ладно. А второй смысла не сбрасывать. Там суппорты, один лучник и те, кто не докачался. Уходит так на так. Ну чё это? Двадцать минут уже какая-то проблема. Уже какая-то проблема. Классно, классно. Здорово, здорово. Итак, дубль 2. Дубль 2, ребята. Вот. Сохранение. Поехали. Надеюсь, это просто какая-то трабла была. А может и нет. Чальми-то. Короче, ни хрена не получается. Спасибо за то, что меня развели. Ни хрена, просто нерабочая тема. Я не могу начать с ними бой. Проверил, могу с этими начать бой. С мерками, но с этими просто не дается.
Хоть ты обосрись. Багулина, бля. Здорово, здорово, как всегда. Очень классно. Намады. Портные. Экзекьюшн, лидер. Ничего интересного для себя не вижу. Стик. Майнер экспириенс. И вот он, Билли, достает камни нам. Камни. Это превосходно. Доп два камня. Став говна просто. Кузнец есть. Блот. Блот. Статуя виднеется. Гринскин территория. Нас предупреждают. О, чемпион этот бегемот. Ему там цепочку дадут, что ли? Ни хрена нету. Где все это? Так, вот тут территория, кстати. Инжиро где-то здесь. Правильно я говорю? Что это? Демонические темы. Так, парочка костей. Ну, костей в плане костлявых этих собак. Прист. Много гвардов. По каких-то чемпа. И много гладиаторов. Гладиатор. Бессмертный бой. Замес, говорит, будет интересный. Некрополис. Вперед. 28 вражин. От нас 20 храбрецов. Один некролорд. Вампир. Один прист непосредственно, две псины.
Пусть попробует. Так, пошли какие-то стратки уже. Компа. Сачела уникальный бучный, блин, вот это да, у нас мастера тесака нету, да? Как это прискорбно все. Где, а че, и не будет даже? Я могу сделать этого. Где он? Калеку. Нимбл. Черт. У него и тесаков нету. Если он не изменит свое, так сказать. А, ну есть наемник. Тоже без тесаков. Да ты пошел ты. А че так плохо все? Не, ну с тесаками в легендах реально проблемы, мастерство. Ты бичей постоянно раздает, а нормально даже. Нет. Хорошо, это было важно, чтобы он кастанул никуда, а мы сменим позицию. Девяносто пять. Апулон. Не, ну погоди, он типа разведал, да? Я понял. Ай, дичь, боже. Вампир лорд. Неплохо. Даже попали. Семьдесят один, 94, ого.
Нужно было не кисло постараться. Wait. В голову два раза насадили. Так вот. То есть, если бы я ударил обычно, он бы якобы попал. Не тяжелая атака. Ну да, ну да. Мы в это верим, конечно. Бакалан. Девяносто пять. Стяжка на 54, да. А можно вот так сделать. Черт. 93 не работает. О. Костяшки ударил? Не считается. Погоди. Да. Надо было выбраться, инициатива срезана очень жестко. Достал. Подумать. Подумать. Ну, по главному не попал. Здесь кузнец уработал. 75-90.
Здесь бы встать, но нам не дают. Ухрена. Месть активирована. Жалко будет ей промахнуться, конечно. И будет. Нет, смотри. 46-36 этого хватило. Смотри, смотри. По своему вточил. Болван. Его останавливают. Я почему-то не сомневался. Тупой калека однорукий взял, просто закинул своего, бля. Ох уж эти кубы веселые, по прямой стреляет и... Вообще, когда я только начинал играть, вот я сколько отыграл, таких косяков жестких не было. Как они это умудряются? Какие-то, бля, механики нейронной сети. Обычно. Наёпсики, наёпсики. Простой бой взял, бля, чувак уехал. Не, ну понятно, что он некачественный, но камон. Ему сейчас легко. Ай-нэ-нэ, просто даунитас. Как же ты хорош, Карл. Рунишь как царь. Нормально. Хорошо, успокоил его прям. Вот это вот 59, нет. Слушай, еще раз в него кинет. Сочно. Смотрел, при киле будет отжор, да. Будет, сказали. Голову. Карл убийца вампиров просто. Только после того, как он убил своего еще, можно сказать. Своими жалкими руками гнилыми. Обрухнул, точнее. Лучи.
63-72. Мораль хорошая. Пятьдесят 4-69. Разница в 5. Да. Ожидаемо, что туда вкинет. Пусть не дали. Пусть не дали, в смысле? Сколько можно? Жива вроде. Четыре хп. No damage, просто no damage. Да, даже он внес свою лепту. Лак там. Моя кузнеца, что ли, бафну? Насть, он хитрый отошел-то.
Не, он, чё он убегает так жестко-то, ебаный театр? Что это за приколы? Остановись. Да, есть кость. Еще одна бабочка. Для лаги вырубитесь, пожалуйста. Ну это просто грязь. Да ты попёр, жрец. Нет, я понимаю, если он дает страх и отступает. Это такая тема нормальная. Но он даже не дает его. Просто в салки решил поиграть со мной. Даже не знаю, кто же в них победит. Ну вот он дал облако. И отш под шаг. Мерзкий ушлепок. Не подойду, потому что смысла нету, и он сможет троих сразу достать, если вообще захочет. Нафиг нам это надо? Если я вдруг не добью вот этим, ну-ка. Не добил. Молоток. Все, взяли, вмяли в землю. Щит лежал внутри, прочный и меньше фатиги. Прекрасный щит, кстати. Очень хороший. Если я дам бабочку Брунгильде, то это топчик. Классно, классно. Коса тоже приятная. Жалко, по армору нет увеличения дэмэджа. А вот тесак разочарования. Чуть-чуть увеличено по игнору. Прочка и максимум фатига, что ли? Fucking disappointment. Стрел не хватает. Шкурка гиены. Так, я чуть не понял, где он. Вот он, да, сломанный. Сломанный настолько, насколько это вообще возможно. Красиво. Отдохни, чё. На пенсии. 330 монет. Место по тесака открылось. Ну да, вот этот щит, как бы он... Теперь он полное говно стал. Да, получилась вот такая. Это, у нас была вот эта штука, но теперь есть еще лучше. Когда будет бабочка.
Вот эта вещь. Да, бабочка будет. 3-4. А, ну я его не качаю, там же непонятно он. Перекинется у него дерево или нет, потому что я в легендах никогда этой херней не занимался. С королевскими гвардейцами. Все, у тебя аж не настолько ты картонный, хотя 250 хп что-то мало. Ёперный. 260 держи. А! -60, говорит, держи. 116, ну это вообще дохлый щит. А куда дохлее вот этого, да? Ужирается. 11 рейдерс, да, его. И он напоследок еще трешечку взял. Может не брать ему трешечку, у него дефа. Параноид. Плюс шерфутинг дает тут десятку. 9. Взять статы вот эти, например, более ему интересные. Девяносто одно хп. Ну, конечно, не сотня. Bloody Harvest. Ломание щитов. У этого, кстати, я не взял, да? Не взял, хотя по сути. 24. 24 это, конечно, не так, как здесь. Там, сколько у него? 36. С этим 54, да, вроде? Ничего, типа того. 56. Так еще больше увеличено. На 54. И на x2. Да, согласен. Сборщики тут. Hunting Gathering. Fletching 10%, тут 30%. Придется вот этого поставить пока. Наши потребности велики. Неплохо скидывает, кстати, по пятаку, да? Меня это устраивает, в принципе. Так, пойдет. Раму забираем. Долго. Долго. Потому что все мои пацаны там начали, надо чекать, кто из них. Это понятно, это моя основа. Громилы 8 всего лишь имеет. Это понятно, смертник понятно. Тито. Смертник Тито.
А, Карл. Карл. 9 здесь. Георг. Смертник Тито, надо посмотреть насчет них. Это у нас на разборе. А смерть нигде. Ля-ля-ля-ля. Яйц. Прав. Георг. Ромела. Бля, я даже не помню, как он выглядит. Вообще жестко. Не знаю, пацану в лицо, как говорится. Вот он. Угу, правильно. Ну. Кузнец у нас. Блин, кузнец в крафте, но он очень сильный. Давай его обратно. Сэм тоже пятерку дает только. Не пятерку, больше. Мы его компенсировали, так сказать. Он тут не особо костит. Странная история. Так-то улов неплохой, в принципе. А, ну все верно, я очканул, понятно. Ладно. Ладно, славно. Вообще пустота какая-то, бля. Это орки в конце карты. Арена? Торнамент называется. А деревья можно найти там с живительной влагой? Деньги, кстати. У нас еды нету. Только денег, Карл. Что делать надо? Вместо трав собирать другие вещи надо, значит. Как будто бы да. И вместо стрел тоже, что ли? Стрелы не накормят нас, правильно? Жестко. The welcome visit, sir. Tell me the grand million. 1000. Слушай, понерфили, что ли? This is rules of the... Your company fight round after round against boss, human, beast of all kinds without combat rules. Mm-hmm. Rules of the game simple. One, fight as many battle. Two, you will fight with a mix of human competition from across lands without combat rules. Against a 50 crown each battle. Все изменилось по-другому, кстати, стало. Как будто бы.
Матч. Матч. You choose what kind of enemy you'll fight against. Понятно, понятно. Броня пробита. Еды нету. Ага. Your men have warp. No chance two-handed doubles. Я это беру, это я обожаю. И для меня. Все, а теперь можно и выступить. Порадовать толпу. Let's begin. Я могу сказать. What the fuck is that? Какая всратая арена. Благо, у нас есть два лучника. И какие всратые бойцы, кстати. Да. Лол, ну настолько изём начинать, оно вообще не от моего отряда начинает, да? Прям, ну, блин, даже не близко. Value. Ну да, изменили приз, и, видимо, изменили и противников тут же. Больно в кавычках. Не две, сколько тут денег можно поднять. Всратиший ландшафт, просто всратиший. Крови и зрелищ. Не был. Серьезные ребята. Не люблю такие битвы, когда ты знаешь исход со 100% вероятностью, и даже тебе никакой награды. Ну, типа, золото, что это? Копейки. Дадут. Сколько надо разгонять, чтобы тебе хоть какой-то интерес битва представляла? Mm-hmm.
А, яблочко не помогает, понял. Простым боем я сижу, тут просто вожусь. Больно. Бомжам нимбл дали, а этому нет. Ни нимбл, ни бафы, ни брони, ничего не дали. Так, помирай, говорит. Ну, хотя бы не такой уже круто проходимый, хотя тоже. The critical accept the contact. The program will now terminate. One render file. Бля, ну короче, еще и бага на эта арена. Нахер она нужна, бля, тогда. Ой, жопа рвется такого. Можно понять, меня откинуло в самое начало без одного боя. Что, конечно, прискорбно. Такая бредятина. И за это 250 монет будут всего лишь. Чё так мало? Я что-то неправильно понял, надо посмотреть. Арена какая-то потраченная стала. Нимбль, нимбль. Да блин, клавиатура, пожалуйста. This is Captain. Кто первый ходит? Вон, туда, смотри. Вон капкан.
меня план капкан удался. Не, ну это рофл. Почему не сделать нормальных уже противников? Зачем вот это вот скам на время? Иначе я назвать не могу это. Я и раньше-то не любил на нее ходить. Сейчас-то вообще подавно. Бред, да и только. Не, 2000 монет. Там за каждого идет. Микс оф хьюмана. Human beats all kinds without combat rules. Нежаков кинул. Погоди, погоди. Стрела его не пробила, Лили. Ты. Интересная вещь. И АП, да. Никакого челленджа, блин.
Давненько не было промахов. Вот и он. Нагрузил своему красава. Респект таким пацанам. Ну да, да, мертвые встают. Оно тут нам надо. Говни скорости. Почему сломанные цифры дают? Если тут 4000 мне дали. Бля, запомнишь что ли это? Шоу-матч, да? Так. Нет. Гаунтин. Mix of Human. Нет, вот. Мелия. 3000. Раньше это был самый большой, вроде бы, суммой. Пожалуй, я не буду искушать судьбу этими багами. Понюсь еще раз. Скучно. Скучные бои. Ну, Body Save Just Legs. Rest in peace. Так, трое здесь. Northwest. Город гоблинов. Давай разведку еще дадим. Что-нибудь здесь найдем, maybe. Зеленых. Нашли.
Нас с едой туговато. Придется зеленых, что ли, бить? Парочка бегемотов, элитка варлордов. А, парочка варлордов. Лоцы, лоцы. Блин, снаряги нету. То есть мне все же придется присесть в лагерь. Вот это похоже. У этого клона только Battleflow есть. А у меня добав минус 10 range defense. Я думаю, что так мало, 18 как-то. Да, какой же всратый для легенд Origin, это просто не описать. Максимально всрато. Плюс. Вроде бы иду немного. Нам стрел надо собрать. 9. Я посидим до утра. Какой кошмар. Ста паутину. Утонул, да, еще? Ну, вот это 6. Мне показалось. Нет, 4 паутины, 6 еще тут. Вот. Угу. Болот все еще там. А, амуниции. Тут целый колчан. Не забит ничем. На топорике тоже не хватило. Блин.
9 АМ, но это, конечно, слишком сильно для нас. А все идет в лука. Сначала в лука идет. Ха. Ну и как мы это сделаем? Молот. Вот здесь я бы не стал-то отдавать. Ну все, походу. Седьмой горняк. Девятый. Гвардеец, офигенный парень. Максимально балластовый. Кстати, скоро левел. Лучше возьму что-то, а вдруг там будет там два варлорда минимум. Story Bob, короче. Молот, дубина, топор. Топор. Тяжи консервные. Я могу сказать, ждем. Если парочку собью на подходе, уже повезет. Молодых имеется в виду. А берса с чем у нас? Один берс, подожди. Топоры надо убрать. Там опасные топоры у Янга, потому что они могут их ломать, щиты всякие там. И в целом оно сильнее, чем этот стак. Что? Вот тесак Т3, конечно, модно еще. И стик там, но хотя тут чуть не нерушимый тоже. Здесь топоры опаснее. Выходит. Не, ну ты просто посмотри на дэмэдж. Молот Тора магиот.
Я там щиты не поменял, ну. Но... Сгалим. Ой, какой бред. Сраная арена заскамила меня на все подряд. Спасибо. А нет, вот это вот. Перепутал. Брунгильду. Все нормально. 17, да. Так. Заблочили пацана. И удивительное попадание в 53%. Full story, Bob. Это отвалы. Сейчас проверим как раз дэмэдж. Блин, у орков на самом деле интересная выходит тактика. В том плане, что сначала прыгает молодняк и берсы, ты их развалишь, тратишь на их силы на самых, ну, на молодняк на самом незначительный, да? Потом подходит тяжелая кавалерия, так скажем. Варьеры. Ну, даже ванили имеется в виду, если брать расчет. Начинает тебя толкать. Первый тебя станет. Вторые толкают. Степень 96. Начинается. Бывает. Еще и попал. Ну-ка, отомсти. Наемник. Флаг под станом. Пусть горняк попробует развалить кабинет. Голода не, даже не шотнул. Стяжка снимает 12%. Почему бы и нет? Два хп. Смертник Берс смеется. Семь демеджа. Тесак в итоге было у Блота. Логично. Выбор невелик. Тесак или топор. Ворера.
Бля, я по привычке нажал завершить, а там еще один ход был. О май гаш. Молодой может прыгнуть опять на кулака. Прыгни на кулака, ударит громилу. Гадалки не ходи. Кулак опять в стане будет стоять. Сверху давление создаются жесткое. Но они на лучник отвлеклись тоже неплохо. У меня такая стенка. Не слишком надежно. Я решил принять в центре бой. По бокам так. Пока ничего не происходит. Так и случилось. А нет, случилось наоборот. Он сюда ударил. Чему-то. Он и достанил сюда и ударил сюда. Делал ставку, что он на кулака ударит. Ладно. Минус 2 дал. Бля, какой он молодец. Блоч тут. Ой, вот это серьезная история подошла. Ну и что, блочить нам его? Ой-ой-ой-ой-ой. Почему показывается, кстати, что тут есть? Они же пустые. Не знаю. Минус 2. Классно. Вечный стан. Здесь бегут пацаны. Вот этот. Не бежит. Минус 105. Не идея. Кулаку дэмэджа не хватает на орках. Как будто бы. Один раз в голову, один раз в промах, один раз попал и как бы будто бы ничего не сделал. Процентов одно попадание, другой промах. Классно. Люблю.
истории. Так грустно за пацана, что орудия нет нормального. Хоть какой-то херней страдать. Бля, задумался о том, почему у него 73 хп. Боль такая. Смотри, я предлагаю передислоцироваться, попытаться. Успешно. Успешно. Ну, здесь тоже надо провернуть это. Ну да, вот то есть я побил. Травму нанести вообще нереально, естественно. Слабее всего себе кулак на орках, то есть, показывает. Будем знать, наверное. Знаю, важна ли эта информация. Иди давай, у тебя срон под шаги есть. Да, бить-то по не по кому, короче. Неплохая стратка на очко посадить. У меня, по-моему, лучше получается с этими атаками. Бесполезные бегемоты, обосравшиеся в самом начале боя. Это то, что я помню. Кровавый. О, дружок. Мы еще два раза по тебе ударим. Там вообще рассыпешься. Два раза в голову, один раз в тело. Я осуждаю.
Осуждаю такое. Он и снял, и рыкнул. Так просто. Красиво. Весьма, весьма. Просто 5 мимо. Уклонение. Ой. Возвращается, но это ненадолго на самом деле. Обратно побежит, небось. Отси. Под сломанной моралью. Как там проехать? В голову, что ли? Дай посмотреть. Да, в голову. Не, он испугался. Красава. Да, глифа по броне вообще ноль. Ноль угроза. Ну, вот туда обратно побежал, говорю уж, надолго. Нормального под сюда.
Ну там 7 хп, ну камон. Да, даже уника не положили. Такая бредятина. Я уж что-то понадеялся, что там что-то будет. Шансы были хороши. Парочка бродячих бегемотов. Это я мясо столько нарыл? Да, видимо, помимо прочего. Где что-нибудь дайте? Так, волонтер. Полное дерьмо. Так, ну дикие земли. Не, ну вот этот кусок явно тут что-то будет. Здесь. Что мы вообще ищем? Воду, например. Варлорд. А, воду хочу. Ну ё-моё. Что самое бесполезное-то? Кик из гейт. Орки, 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 орки. Орки, 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 орки. Надо возвращаться в людской стан.
Снайпа. Снайпа. Опять какой-то уник. Блядский арбалет, maybe. Куча хлама, которого надо бы... Было бы по-хорошему этого... Разобрать на запчасти. Ну и что это такое? Короче, походу конец эпизода, я уже задолбался с этой историей, реально. Хватит.